Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня у нас стоит задача перекрыть теплицу арочная, фермерская, шириной 4, длиной 6 метров. 8 лет простояла она, поликарбонат немножко испортился, плюс град помог ему выйти из строя окончательно. Поэтому сейчас мы ее раздеваем и одеваем в новый полик. Теплицу мы раздели, так сказать, подготовили ее. Очистили от поликарбоната, саморезов. Подготовили листы. Примерно отрезали по форме, по старым листам. Образцы, благо, имеются. Кстати, поликарбонат, вот этот. Не сказать, что он прям очень плохой, он достаточно еще эластичный для 8 лет. Конечно, не как новый, но и в труху не рассыпается. Клеймо найти не смог. Надо еще посмотреть, что за фирма здесь была поликарбоната. Сейчас кто-нибудь освободится, еще посмотрим. Ладно. Все, сейчас зашиваем торцы, устанавливаем резиновый уплотнитель и начинаем ее крыть. Пока я делаю торцы, напарник у меня будет прикручивать отливы снизу, чтобы все было красиво. Сейчас у нас монтаж. Покрыли мы теплицу полностью. Все, настроили двери купе. Как я уже говорил, 8 лет простояла данная теплица. В 2013 году ее ставили. Поликарбонат здесь был 0,6 плотности. Такая плотность. В принципе, срок службы 5-7 лет. Простояла очень хорошо. Но в покрытии немножко побило поликарбонат. Град был большой, поликарбонат старый. И вот это вот сочетание дало тенденцию к тому, чтобы поменять поликарбонат на новый. Полностью заменили. Сейчас плотность 0,72, если не ошибаюсь, но плотнее. Срок службы больше, заявлен производителем. То есть вроде незначительно 0,6 и 0,7, 1/10, но очень сильно влияет на срок службы. Пойдем посмотрим. Дверь купе. Тут местами заменили фурнитуру. Кстати, 8 лет и не сказать, что прям коррозии тут так много. Ее практически нет. Отличный результат. Тут поставили отлив, чтобы все было четко и красиво. 4 фрамуги у нас стеновые. Обновили. Поправили. Чтобы все работало четко и аккуратно. Вот такая вот супер теплица, которая простоит еще не один год. Каркас в очень хорошем состоянии. Особо не гнилой. Также установили резиновый торцевой уплотнитель, добавили. Все в соответствии с новыми тенденциями компании «Уральская усадьба». Так что, ребят, дружеский совет. Не экономьте изначально на поликарбонате. Лучше немножко переплатить, а то и немножко переплатить. И забыть. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Вот сейчас послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента. Владимир Михайлович, вам слово. Ну, большое спасибо. 8 лет стояла теплица. И еще дольше, наверное, простояла бы, потому что прошел град весной и покалечила поликарбонат. Но мы потом, сразу же, не задумываясь, обратились в вашу усадьбу, потому что первый раз сделали нам очень хорошо. Ну а сейчас очень спасибо большое ребятам, воспитанные, культурные ребята. Все сделали идеально, поэтому очень хотелось бы отметить, не ожидали даже такого. Спасибо. Неожиданно услышать про себя такое. Спасибо большое за отзыв. Все. Последний раз смотрим и уезжаем домой.